откладывать ремонт этих трамвайных путей, которые расположены на пересечении проспекта Химиков и улицы Менделеева, по словам специалистов, больше нет возможности. Шпалы давно износили, ширина между рельс со временем стала шире. Бездействие может привести к печальным последствиям, говорят они. Например, есть вероятность, что трамвай сойдет с рельс. Данный переезд был введен в эксплуатацию в 1994 году. С момента его ввода не производилось капитального ремонта. Капитальный ремонт подразумевает собой это вскрытие дорожного полотна с полной заменой верхнего строения пути. Из-за ремонта трамвайных путей на данном участке автобусы 55 и 56 маршрутов вынуждены будут доставлять своих пассажиров по новой схеме движения. Кардинальных изменений не будет. Единственный закрытый участок дороги общественный транспорт будет объезжать, сворачивая на проспект Химиков до улицы Кайманова и далее по маршруту. Трамваи же будут осуществлять перевозку пассажиров согласно графику, ведь основные работы будут вестись ночью. По срокам. С 22 мая по 5 июня будет полностью закрыто автомобильное движение. И, значит, соответственно, с 5 июня по 20 июня мы уходим на обустройство пешеходных переходов. В этом году старые рельсы будут менять еще на 4 участках, но эти работы не будут вызывать столько неудобств, говорят сотрудники предприятия «Горэлектротранспорт». На перекрестке Химиков-Менделеева ремонтировать рельсы будут 7 человек в 2 смены. Им предстоит выложить более 120 метров новых путей. На этот участок дороги, согласно смете, выделено более 1 миллиона рублей. Вера Муратова, Влад Семагин, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».